Good morning, всем привет! Я в руках держу два Social Security, и скоро придут две грин-карты. Для новых людей Алексей и Регина. Welcome to America. Спасибо. Кстати, знаете, что только что я сделал жест, вам дал эти ну, Social грин-карты. Мне один парень пишет: Илья, я слышал, ты раздаешь грин-карты. Можно одну заказать? Конечно. Я такой, ну... Я ему объяснил, что это процесс лотереи, короче, я думаю, надеюсь, он понял. Поэтому извини, парень, что я тебе не мог выдать. Это далеко не мое, не в моей компетенции. Всем привет. С вами Сергей, Алексей и Регина. Вы откуда приехали? Мы из Москвы. Как давно? Ну, вот здесь получается 10 дней, да, чуть больше 10 дней. Выиграли карту? Да. С какого раза? С третьего. С третьего раза. Жена выиграла. Класс, поздравляю. Почему мы приехали в Сакраменто, в такое село? Потому что мы попробовали сначала, мы в Бениши сняли Airbnb, там же попробовали в Конкорде снять жилье. И у нас не получилось. Час отсюда, в Бэй-Эрея, Сан-Франциско. Да, рядом с Сан-Франциско. Почему не получилось? Потому что там сейчас очень трудно с жильем, в плане того, что много людей не платят, и нужно либо огромный залог. Ну, это в плане двухразмерной оплаты за год. Ого! То есть должен показать счет в банке. А там нету там для иммигрантов каких-то апартментов, где у вас просто либо у вас... справка с работы в трехкратном размере. Ничего. Вы там в Airbnb пожили сколько? Мы 10 дней. Попытались везде, поискали? Да, поездили, попытались. Мы, я могу сказать, сейчас Сакраменто тоже не... Не везде, даже Логан Парк нет. Да, Логан Парк немножко прикрыл лавочку, но надеемся, что они откроют. Они превысили лимит там. Да, да, у них там были, они слишком много напринимали, там у них больше 200 американских, иммигрантских семей, и на них государство, они же там субсидированы, они спрашивают, в смысле, как вы так... Ну, короче, там у них своя история. Да, нам рассказывают. Но у них другие апартменты есть, которые они еще, на них государство еще не угрожает. Поэтому в них можете войти. И здесь также сейчас много очень. Ну, мы уже сняли на Fire Oaks, бульвар. Хороший район, наверное. Кармайкл? Кармайкл. Да, класс. Там тоже соотечественников много. Ну, вам... С Украины, с Молдовы, с Румынии. Да. Скажите, как вам 10 дней в Штатах? Отлично. Нам очень понравилось. Знаете, что я нахожу? Очень много людей мне пишут, что ты все самое хорошее показываешь, самое, да, у людей есть минус. Розовые очки и все такое. Нет. Покажи нам правду. Можно у вас спросить вот правду? Вот минусы, хоть что-то скажите. Минусы? Было трудно, на самом деле, первым мигрантам это реально трудно. Потому что машину ты без кредитки арендовать не можешь. Надо было через другой сайт, как нам объяснил парень. Но он помог, это дороже, это через другой сайт, через посредника, то есть, ну, без кредитки вообще тяжело здесь. Также без какой-то истории, как, так как ты новый мигрант, ты снимаешь дороже жилье, вот, потому что... через карточку, все через даже, карточку. Ну, сколько ты... А карточку ты открыть счет здесь в банке не можешь, не имея адреса регистрации. И это все вот так завязано, и это, конечно, тяжело, но с другой стороны, для чего это делается, это понятно. Ну, чтобы... А как вы это все обошли? То есть, как вы это решили с этим? У нас он дал нам адрес будущий, мы его принесли в банк, сделали карточку, уже там положили деньги, показали счет в банке ему и все, заключили договор. Он пошел нам навстречу. Договор с арендой, арендатором, да? С менеджером, да. Угу. Вот. Он пошел просто нам навстречу. А машина вы сейчас на арендованной машине? Да. Я еще вижу там Айдахо номера. Да, там Айдахо. Вы еще не нашли мы свою еще точку? Не искали, ну, потому что мы ждали, ну, адрес. Хотя бы ну, Social да, Security, да. Чтобы сейчас сделать документы. Кстати, да, вот сейчас вы можете официально идти на работу. Да. Да. И на работу, и права сделать официально. Кстати, говоря о работе, у вас есть какие-то предпочтения? Кем вы мечтаете, хотите стать? Кем вы готовы работать? На стройке. Ну, я... Вы были там, в России тоже в этой сфере? Ну, в этой сфере, да. Да, ну класс, продолжайте, потому что я знаю, ну то есть стереотипно говорят, настройка, все это самая низкая оплачиваемая работа. На самом деле я знаю строителей, которые делают 500 000 в год. Ну, то есть они когда-то ложили плитку, сейчас они руководят там бригадами. Поэтому не все так сразу. Не все сразу, но перспективно очень сильно, потому что всем нужна стройка. Вот сейчас я собираюсь ломать кухню и делать.
И мне это обойдется, ну, под 15 тысяч, да. Кому-то же надо заплатить. Поэтому, надеюсь, скоро вы станете профессионалом, и я вам буду платить эти деньги. Мне Регина. Бы хотя бы язык получить. Ну, я пойду в первую работу, где минимум знаний. Ну, потому что очень плохо у нас. Чтобы поднять язык. А у вас как язык? Ну, неплохо. Ну, отлично. Мне хватило моего языка сделать аккаунт. Аккаунты и на газ, и на электричество, то есть... Все уже подключили, класс. Класс. По телефону пока тяжело общаться. Да. То есть, другими словами, что я слышу, вы хотели пожить в Bay Area, там остановиться, там же цены страшные просто на аренду. Да, там дороже, да. А сколько однушка там? Получается 1700. Однушка, а здесь? А здесь, мы сейчас в двушке, двухбедрумной, потому что одна бедрумная освободится через месяц. Угу. Там менеджер пошел на уступки, что мы можем пожить пока в двухбедрумной, а потом переехать в одну бедрумную. Ну, это хорошо, что менеджер... Да, потому что все остальные, которые нам подтвердили, это либо через месяц, либо через полмесяца, это ждать. Конечно. Надо же что-то снимать тогда. Ну, вы на работу уже готовы идти, или вы хотите... То есть, как ваши планы здесь следующие? На это сдать сейчас, на права. Да, сначала. В DMV пойти, сдать на права. Купить угу. машину. Купить машину. Какое у вас предпочтение машины? Ну, вен, наверное, также мини. А, для работы, чтобы стройкой заниматься? Ну, да, потому что все равно туда грузить. Мы в этот мини-вен вчера матрас запихнули между тобой. Queen size, да. Класс. Что... Поздравляю. Какие еще предупреждения вы хотите сказать будущим людям, которые... Будущим не иммигрант? Бросайте животных. Мы переехали с собакой и с кошкой. С большой собакой и кошкой. Здесь, в принципе, хорошо относятся к животным. Да. Да. То есть... если американцы, то есть менеджер управляющий, они там вообще без просто у нас просто менеджер американец, он постоянно приходит к нам, чтобы увидеть пса, чтобы с ним поиграть. Он просто, да. А какой породы собак? Американский стаффордширский терьер. Здесь они как питбули. Питбул, вы привезли американцев в Америку. Да. На родину. На его родину. И кошка, да, у вас еще? И кошка, да. Ну, а не дороже ли вам обошлось вообще искать специальный апартмент, да, ты там дороже? Да, дороже. То есть вы конкретные фанаты животных, поэтому... Ну, а как их бросить? Это как дети. Ну да, вас давно они с вами уже. Ну, да. Щенячки. Ну, то есть... Конечно. Собаки 3,5 года, кошки 7. Куда? Да, ну молодцы, что я с вами сейчас согласятся все. У нас кроме курочек пока нет животных. Ну, и вон маленький попугайчик. Пока что мы с ними не особо привязаны, но собачка это другое дело, да. Там она же прям понимает, она тебя как твое. Скажите, что еще посоветуете вот за 10 дней? Больше сначала копить денег на переезд, потому что бездумно ехать, и как история, типа $100 в кармане, может, конечно, оно и... Но это будет очень-очень трудно. Но вам обходится все дорого. Само Airbnb, наверное, стоило там больше... баксов 80 в день, да? 95. Но это там. В Бэйри, да? Да. Но там и впечатление совсем другое. Когда приезжаешь в Америку и первое, ну, то есть... Там качественно, красиво. Там небольшой городок, там тихо, там все здороваются, ну, никак. Ну, то есть я больше, конечно, пенсионеров, то есть те, кто на пенсии, наверное, уже, то есть такой расслабленный, спокойный. У нас там был залив. Ну да, да, это же Bay Area, это пригороды Сан-Франциско, там вообще другой мир, да. Другая погода. И ты увидел сразу с хорошей стороны. Да, это хорошая вещь, чтобы приземлиться и не сразу от стресса страдать, а посмотреть Америку и потом знать, к чему стремиться. Мы летели в Лос-Анджелес, и в этот же день, мы 12 часов летели, в этот же день еще 6 часов ехали до Бениши. Уставшая, наверное, как... Да. Да. Зато а мы ощутили все по пути. Увидели и пустыню, и горы. Хайвей, и пустыню, да, все. Непривычно то, что на хайвей очень быстро едут машины. Очень быстро. Ну, если Москву сравнивать, да. Вот то, что у нас там 100 километров, это еще быстрее, мне кажется. Да. Ну, это нормально, привыкните со временем, да. Да, то все превышают. Да, почему-то, ну, то есть написано 65, а все едут 79, да. Не, даже больше. Я ехал, ну, потому что уже устали, мы ехали 75, нас просто обгоняли.
ночью, ну, видно, да. Машины не было практически, но обгоняли постоянно. Ну, лишь бы безопасно, да. Ну, класс. Мы особо хочу благодарно сказать, что вы привезли нам подарок для бани. Поэтому теперь мне надо... У кого есть баня в Сакраменто, пригласите. У меня есть уже с собой шапка. У меня есть водительские права советского стиля. А у нашего Лео есть сказки, наши народные, украинские сказки на российской мове. И у Ани есть такой янтарь, да? Короче, спасибо. Чувствую снова себя как программа «Поле чудес». Мне привезли кучу вещей. Приятно. Не обязательно, это не надо делать, но приятно. Спасибо. Мы вам хотим пожелать успеха и процветания. И хотим проследить за вашим успехом через полгода. Здесь пишут люди, пусть посидят, через полгода увидите, как они свалят обратно. Я думаю, вам это не подходит, потому что вы довольно-таки успешные ребята. И вам светит здесь просто большой успех. Алекс, Регина, Илья Карифан. До встречи.